Вы заспавнили в своей деревушке, вы все жаждете богатства, славы, блядь. У вас определенных целей никаких нету. Но чтобы добиться богатства и славы, ну, вы решили сами между собой, что вы три братана, вам нужно поехать в столицу. Я был самым метким арчером. Самый меткий стрелок. Изи, ты занимался разработкой меткости. Терентий, ты чем занимался? Я гордость папы. Гордость папы. Гордость папы. И мамы. Кузнец, да. Ну, ты проводил свободное время в кузне. Угу. Димка, а ты чем гораздо? Я буду убийцей, скрытым убийцей. Крыса ТХ, так и написать? Ну, просто ТХ. Ты занимался тем, ТХ. Я ТХ. Тем, что познавал мастерство даггера, плаща и кинжала. Можно вопрос? Да. Как ты представляешь себя кузнецом? Такой накачанный, да, такой танк. Да, да, хороший такой. У него много хп. Да, такой нормальный. Тебе садится такой слабенький типок для начала. Терентий садится, вы массируете ему плечи. Я разогреваю свою руку. Ты должен превзойти этого пацана. Тебе нужно выкинуть больше, чем ему. Все очень плохо, парни. Говорит, ребята, я вижу, вы крепкие, слышал, что выезжаете из деревни. У меня маленький караван, и если вы хотите, я могу взять вас с собой. А что нам будет за это? Вам? Что вы хотите за мою безопасность? Ваша дочка. Он говорит, она в столице, она недостойна тебя. Ты слишком хорош.